Президент України пояснив причину звільнення командира Сил спеціальних операцій. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко, а генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «Альфа СБУ», йдеться в повідомленні. Крім того, Зеленський повідомив, що призначив очільника військової розвідки генерала Кирилла Буданова головою комітету з питань розвідки при президентові України. Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Транс Березовец. В частности, как стало известно, в ночь на 24-е вооруженные силы Украины нанесли успешный удар установками «Хаймарс» по гостинице в Красном Луче на территории оккупированного Донбасса, где было уничтожено свыше 100 российских оккупантов, значительную часть которых составили наемники-кадыровцы. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении первого зама секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко, устранение которого длительное время требовали многие политики и журналисты из-за того, что он являлся лоббистом подписания так называемых «харьковских соглашений» во время президентства Виктора Януковича, тех самых харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту Российской Федерации продлить нахождение в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, что в конечном итоге способствовало аннексии Крыма и Севастополя России в 2014 году. Ну а в войне России против Украины, кажется, наступает третий этап. И этот третий этап начинается с такого неприятного явления, как потеря инициативы. Об этом свидетельствуют данные британской разведки. А уже в среду в Сенате США пройдут закрытые слушания по ситуации в Украине, на которые сенаторы пригласили руководство разведки, а также Государственного департамента. Обо всем этом поговорим далее, друзья. Начнем, как всегда, с подведения свода Генштаба Вооруженных сил Украины по российским военным потерям в Украине по состоянию на 25 июля. Итак, общее количество уничтоженных российских оккупантов уже достигло 39 700 человек, или плюс 180 за минувшие сутки. Практически более 1000 российских оккупантов оказались в украинском плену. Сбито 222 самолета, плюс 1 за минувшие сутки, 188 вертолетов, 1730 танков уничтожено, плюс 8 за минувшие сутки, 3950 БМП БРДМ различного типа, плюс 8 за сутки, 876 артиллерийских систем, плюс 7 за сутки, 116 средств ПВО или плюс 3 за сутки, 257 систем реактивно-залпового огня, плюс 2 за сутки, 2832 различного типа колесной техники, плюс 9. 15 кораблей и катеров отправились на дно моря и сбито 719 оперативно-тактических БПЛА или плюс 5 за минувшие сутки. Итак, сегодня произошли ряд кадровых изменений. В частности, самое главное, это отставка Руслана Демченко с поста первого зама-секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Напомню, Руслана Демченко ряд украинских общественных деятелей, журналистов, политиков обвиняли в том, что он является российским агентом. И обвиняли его в том, что именно его деятельность, человека, который курировал украинские спецслужбы, в значительной мере привела к провалам в деятельности этих самых спецслужб, начиная с момента, когда Демченко на эту должность был назначен в 2020 году. В частности, самый громкий провал по захвату боевиков частной военной компании «Вагнера». В этом Демченко обвиняли ряд политиков, депутатов, журналистов и бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба, в частности. Ну а закончилась эта история сегодня. Официальная причина увольнения Демченко по состоянию здоровья. Президент точно так же прокомментировал эту отставку, но мало кто сомневается в том, что реальной причиной увольнения теперь уже бывшего первого зама секретаря Совета национальной безопасности и обороны послужила все же политика. В частности, громкие обвинения, которые прозвучали из уст конгрессвумен Соединенных Штатов Америки Виктории Спарц, первой конгрессвумен украинского происхождения. И Демченко, в общем-то, называют таким себе жертвенным бараном в этой ситуации, которого принесли на алтарь для того, чтобы, возможно, оттянуть внимание от других фигурантов этого скандала. Так это или нет, узнаем, очевидно, через некоторое время. Но пока эта история будет находиться в фокусе внимания. Также сегодня были предъявлены обвинения, подозрения в государственной измене двум бывшим министрам. Константину Грищенко, бывшему министру иностранных дел Украины, а также бывшему министру юстиции Лавриновичу. Оба, как об этом сообщают СМИ, находятся за границей. Очень интересный момент выбрали для определения подозрений, тем более если эти два министра времен президентства Виктора Януковича действительно находятся не в Украине. Вопрос, где они находятся, на территории Российской Федерации или третьих стран. Одним словом, выдать их по такой тяжелой статье, ну, будет практически невозможно, поскольку обычно Интерпол всегда практически 100% вероятностью блокирует выдачу по политическим статьям. А статья в госизмене, в отличие от экономических преступлений, именно таковой и является. Тем не менее, Демченко никто официально еще не обвинил в государственной измене и предательстве. А еще раз повторю, двух министров времен президента Виктора Януковича, по дикому совпадению, скорее всего, в Украине не находящихся, в этом обвинили. Ну окей. Тем не менее, весь этот дождь отставок на этом сегодняшний день не закончился. В частности, президент также сместил уже бывшего командующего силами специальных операций ЗСУ Григория Галагана. Вместо него новым командующим сил специальных операций ССО стал Віктор Хоренко, говорится в указе президента. Ряд политиков уже заявили о том, что новый командующий ССО является креатурой Кирилла Буданова, ныне возглавляющего Главное управление разведки Министерства обороны. В любом случае, если эта версия верна, это означает укрепление. Ну и, в общем-то, амбиции Буданова, который давно уже претендует на более высокие должности. В частности, в кулуарах активно поговорят о том, что он нацелился на пост министра обороны. Его амбиции таким образом могут еще более усилиться в связи с назначением господина Хоренко на должность очень важную, нужно сказать, в иерархии ССО. ССО сейчас выполняет огромный объем работы по линии фронта и за ней, проводя суперуспешные операции по ликвидации коллаборантов, уничтожению складов, терроризированию представителей оккупационных администраций. Ну, одним словом, это огромный, даже, ну, на самом деле невозможно оценить объем работы, которая производит силы ССО. И по большому счету замена командующего, ну, никакого кардинального влияния, еще раз повторю, безусловно, влияние будет, но кардинального влияния не окажет. Тем более, что ССО находится в самом тесном контакте с аналогичными структурами и спецслужбами стран НАТО, в первую очередь британскими и американскими, и получают от них огромный массив разведывательной информации, на основании которой, в первую очередь спутниковая, агентурная, на основании которых те и проводят свои суперуспешные операции, еще раз повторю, как на линии фронта, так и за ней непосредственно в тылу врага. Что касается уничтожения, один из примеров — это уничтожение хаймарсами гостиницы в Красном Луче, где были уничтожены, по самым скромным оценкам, свыше 100 оккупантов, в числе которых значительное количество наемников-кадыровцев. Об этом сообщили в Страткоме Сбройных сил Украины. Ну, в любом случае, отсутствие как таковой реакции со стороны Кадырова, оно, как говорится само за себя в этой ситуации. Уже до этого была информация, что желающих ехать в Украину по набору Кадирова становится все менше, менше і менше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.